Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 29 октября 2017 года. Расскажем сегодня про такое изделие, как навес над автомобилем. Итак, навес шириной 6 метров, длиной 14 метров. Навес отдельно стоящий. Он стоит рядом с домом. То есть смотрится как продолжение, но вся нагрузка идет на собственные ноги. Столбы. Это 100 на 100 получается у нас. Сам каркас, все фермы сделаны из трубы 30 на 30. Собраны соединения вингайка. Сверху поликарбонат 8 мм. Зеленый цвет. Навес стоит. Все хорошо. Уже снежком его немножко припорошило. Дождь, снег нипочем. Так, продолжаем рассказывать про навес и не только. Помимо навеса был изготовлен, смонтирован пристрой к дому. Отдельно стоящий тоже. Столбы у нас 80 на 80, арки 25 на 25. Сверху вензеля сделаны. Навес стоит практически вплотную. Оставлены небольшие зазоры тепловые. Поликарбонат также 8 мм. Стены желтые, верх зеленый. Вот такая симпатичная конструкция получилась. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.